Так, всем приветики, ребятки. Привет, Аня за кадром. Аня за кадром, да. Все-таки приготовили мы суши. И решили для вас сделать такой мукбанг. За мукбангом у нас Аня за кадром находится, а в мукбанге приветствуется, конечно же, я. Всем еще раз здравствуйте. Вы можете увидеть, у нас на столе очень много суш. Они у нас с креветкой и с красной рыбкой. Ну что же, давайте будем пробовать вместе со мной и поговорим о чем-то интересном. Пьем кока-колу. Пьем кока-колу. Какой стаканчик хороший. Сейчас попробуем холодненькую кока-колу. Васаби он еще есть. Ой, как бы вы ни говорили, но колу летом я обожаю. Так, Аня, на тебе васаби. Да, ой. Начало хорошее. У нас соевый соус приветствуется. Сейчас мы будем его разбавлять и пробовать вместе с вами. Суши, какие же мы приготовили. Я особо лезть не буду в разговор. Это Настя хочет сама. Чтоб я не лезла. Да, я не то, что хочу сама. Я думаю, может, кто-то меня еще не смотрел. Может, кому-то там всегда просто задают вопросы. Может, никто... Не всегда бывают люди в стриме и не всегда смотрят видео, но иногда задают вопросы, типа... Как прошла твоя встреча с немцем, с парнем, с которым я в данный момент начала встречаться? Я не знаю, ну как встречаться. Пока что я не назову это встречанием, потому что я его первый раз в жизни видела. До этого, конечно же, много времени с ним списывались, очень много времени. Поэтому как вы там не планируете, потому что некоторые люди, наверное, думают, ага, да по-любому ей нужно гражданство немецкое. Ребята, вы очень сильно заблуждаетесь. Нет, еще раз нет, повторю. Так, давайте попробуем уже суши. Уже просто 7 часов вечера, еще ничего не ели. Я думаю, зачем нам не про это? Я рано просто, Аня, уже не знаю, сколько раз. Да, Аня, я тебе говорю, о нем рассказываю, показываю переписки. Потому что Аня, это то лицо, которое я могу довериться, с ней посоветоваться. Она мне подскажет, как и что. И как психолог тоже подскажет в каких-то моментах. Так что давайте начнем сначала пробовать наши суши. Аня, ты если не достаешь суши, просто говори мне, а я буду попробовать запеченные, пока они горячие. Так, вот наш запеченный ролл, можно так сказать. Палочек у нас нет? Палочек нет, но я вам сейчас открою, может, кто не слышал, открою такую тайну, что суши, настоящие суши японцы едят либо деревянными вот этими палочками, либо руками. А когда вот говорят, боже мой, как они едят вилкой, как они едят руками, типа без вилки даже, я вас удивлю, да, они едят именно никакие вилки, а именно палочки либо руками. Большой ролл, конечно. Вкусно. Достаточно сыра, чеснока, все в меру. Сейчас креветку попробовал. Запеченный просто обалдею. Сушеный, запеченный обалдею. Интересно, почему японцы не поправляются? И... Рис. Не знаю. Они постоянно едят рис. Давайте попробуем нашу Филадельфию. Делала суши я сама. Аня в чем-то мне помогала, но она занимается своими делами там. Аня как собачка. Извини, вяз. Да ешь ты, что стоит. Ты мне скажи, или что? Ну, запеченную хочу. Я... Давай. Спасибо. На еще. Спасибо. Красивые такие, молодец, Настя. Рыбка хорошо. Хорошая рыбка, мне это советуют девочки, кто в Германии находится. Девочки, а мальчики? Не, мальчиков. Мне это заходите покупать реально выгодно, во-первых. С креветкой. Такие у нас креветки. Это маленькие. Запеченный какой вкусный. Да, вкусный запеченный, мне тоже понравился. Я, ребята, в мукбангах сниматься вообще не люблю. Мы когда начинали канал, снимали мукбанг, ели там сардельки, макароны. Смешно это было, Виня. Ладно, все люди, наверное, ждут там этот. Да, я разжую. Так вот, что я хочу сказать. Я не планирую, еще раз напомню, ни гражданства, ничего. Ребята, ну как вы думаете, типа, почему вот если девушка
приехала с другой страны в Германию, то все, это по-любому девушка должна выйти замуж за немца, родить ему детей, за что-то зацепиться. Я никогда не понимала людей, что вот девушка должна выйти замуж, если там хоть, не знаю, уже средняя зарплата или там большая зарплата, неважно, но она должна, потому что вот, она приехала оттуда, вот, а нет, это бред. Меня это прямо раздражает, но по-другому я не скажу. Я ни на что не рассчитываю, еще раз повторяю, также не рассчитываю, не факт, что у меня сложатся эти отношения. Повторюсь еще раз, может, кто меня не смотрел видео, может, в эфирах не смотрел, ну, вообще не смотрел. Я плохо знаю немецкий язык. С этим человеком довольно плохо общаться, потому как он не знает мой язык, я его. Но общались, конечно, у нас была первая встреча, я рассказывала, встреча была романтичной, как-никак, под дождем, можно так сказать. Я извиняюсь. У него всегда есть зонт у настоящего. Да, у него вот, что как тогда сказали, так реально, у него зонт был, так еще в рюкзаке, этот, как его? Можно сказать, запасной еще зонт. Не-не-не, ну вот это, что накидка вот эта, как она называется, не знаешь? Дождевик. Дождевик, да, господи, пока вспомнила. Он типа прилал и сказал, не надо, зачем. Ну, не знаю, для меня дождевик это ничего. Лучше зонтик. Надо кушать, ему банк надо кушать, кушать. Да, а я такая, что люблю посплетничать, и люблю и отдельно поесть. И съешь. Так, я хочу с рыбкой. Запеченные такие вкусные. Рыбка, вот запеченные, смотрите. Ни в каком ресторане вам так сыра не покладут, так рыба. Так. Мукбанг, так мукбанг. Да, ребята? И вот сейчас. Вкусно нашла, как я хотела. Я люблю роллы вообще. Я мне просто рыба и сыр, и все. Это вкусно. Очень, да. Я не думаю, что в Германии даже твоя доставка будет. Это я себя не хвалю, нет. Просто даже посмотрела на фото, некоторых есть, да, иногда попадаются в доставках. Они не очень аппетитно даже выглядят. Нам писали, что нет, лучше смысла не надо заказывать, да. Ну, я думаю... Не, может, есть какие-то прям рестораны, где хорошо будет. А, да, ну, может, выше цена, там, знаете, от 200 евро. Тогда, может, и хорошие роллы получится. Но мы еще не работаем, чтобы такие деньги заказывать, пытаться и так дальше. Так что домашние роллы, это всегда прикольно, это интересно вообще изготавливать, делать какие-то рецепты. Так вот, как прошла наша встреча? Прекрасно. Да, разговора мало было, больше было переписки, гуляли, было тепло. Я, как обычно, вышла в платье. И у меня, кстати, на этой встрече такое случилось, что ну, в эфире кто был, тот помнит. И у меня была передозировка кофе, я выпила днем 4 чашки кофе, пришла домой, я бежала просто домой, меня просто вырвало, трусило, у меня температура была, я отходила очень тяжело, потом просто, извините за слово, вырвало кофе. Перепады, ты выходила, было тепло, потом резко дождь и холодно. Ну не знаю, и кофе еще плюс до этого, еще. Ну может как-то наронится, у нас между собой связано, да. Это, конечно, капец был. А что ты Филадельфию не берешь? Там мне далеко. Спасибо. Оценим мою Филадельфию. Ну, они не прям идеально, но для домашних, я думаю, девочки скажут, что зайдут. Гуляли по дождю, общались через переводчик в телефоне. Голосовой переводчик сначала пытались. Голосовой зависал, не понять, что говорим. Поэтому потом текст. Печатали друг другу. Вкусно? Рыба, да, хорошая? Рыба нежная вообще. Да, изи, говорю. Получили суши, в этот раз вообще сыр. Есть, вот и всегда говорю. Я в том видео говорила, и в этом скажу еще раз. Не всегда значит, что если есть все продукты, то все получится просто классно. Нет. Когда продукты ты выбираешь высшего сорта или там высшего качества, или нет, сыр, вот я сейчас говорю именно за сыр. Сыр надо выбирать для суши реально хороший. Филадельфия, если раньше была Филадельфия хорошей, то сейчас, мне кажется, нет. Ну да. Поэтому я беру сыр Буко, продается в любом магазине в Германии. С креветочкой берем. Даже ловлю так. Погуляли, общаемся теперь. Теперь опять встреча намечается на этих выходных.
Надеюсь, дождя не будет в этот раз. Что можно сказать? Парень очень хороший. Понятно, что я ему еще не доверяю. Первая встреча всегда обман. Та и долгое время начало, мне кажется, всегда будет обман. Первое мнение, мое, все равно, первое мнение, это и вообще... Первая встреча обман. Первая встреча, да, не факт, что вторая встреча, я увижу с ним, но надо, я не знаю, много времени, я вообще, не верю. Более языковой барьер. Да, это да. Понять человека надо время. Да, он не против, он, конечно, работает, ему, кстати, 24 года, мне тоже скоро будет 24, мне 23, кто не знал. Молодой парень, в кафе мы не заходили. Да, многих интересовал этот вопрос тоже. Нет. Как-то так, не знаю, может, этот раз предложит. Гуляли, мы реально очень много гуляли по центру. А потом дождь пошел, стояли под крышей, смешно было. Потом мне, конечно, стало плохо, и сказала мне, надо домой, но... Да, кофе зло. Поэтому он понял меня, он реально увидел, что мне плохо. Провел меня. И все, я уехала. Приехала, было мне плохо. Кофе это зло. В данный момент общаемся, переписываемся, конечно. Он мне, конечно, сказал, я прошу тебя как можно быстрее, изучай язык. Буду пытаться, конечно. Так что как-то так. Увидим, что будет, когда я с ним увижусь снова. Людей так интересует, но ты сама просто... А если я с ним общалась на своем языке, я бы сейчас все сказала. Не все, конечно, но просто сказала. Там была речь, сказала. Ты что? Надеюсь, этот язык общий был бы у нас, общались бы на моем языке. Спасибо. Тогда было бы проще, я бы с людьми поделилась бы. А так непонятно пока что. Видим, что дальше с этой встречи получится. Языковый барьер это капец, конечно. Потому что я вообще выучу быстрее с ним язык. Где вкусное запеченное? Рыба. Соуса, да. Что? Не знаю, планируем, завтра увидим. С Аней днем, может, сначала съездим, не знаю. Билет у меня все-таки действительно оказался. Мы распланируем как-то выходные. Главное, чтобы погода не мешала, чтобы солнце, тепло было. А так, как-то так. Фух, я, честно говоря, уже наелась. Такие, именно все в мире, все напитано. Рис, сыр, это рыба, огурец. Ой, еще с креветкой съем. Выбираю, как ребенок, где побольше рыбы, либо где побольше этой креветки. Правильно, как надо еще. На курсах, кстати, неделя была нормальной в плане учебы. Все было отлично. Я сегодня вообще не уехала. Думала о своем, и вообще не могла ответить. Хоть бы кто-то помог, кстати говоря. Все молчали. Я тебе помогала вообще-то. Ты меня не слышала. Что, я тебе написала речь, ты не могла ее прочитать? Я не особо ты доверяла. Просто... Почему? О, боже мой, почему не доверяла? Да. Ты же видела, я перед этим сама ответила. Сама видела, написала. Видела, но я... На своем не было. Бывает такое у всех. Там у всех так было. Как?
Я еще не дописала твое предложение. Ну, ты же передо мной была. А уже надо и успеть записать, и свое написать. Ну, каким образом? Ну, ну, короче, такое. Фух, я наелась, я уже не могу есть. Я тоже. Давай по Филадельфии сидим и все. Обидно, что они засыхают. Давай, на. Я только что ела. Ну, пожалуйста, ну съешь уже и все. Чтобы запеченный, да. И запеченный там. Короче, будем доедать. Ой, что доедать? Сейчас подумать, что это доедать. Что доедать? Ну, суши все отделаем. Делаешь. А потом... Через время поедим. Через полчасика, да? Просто, девочки, готовьте. Все, давай что-то расскажем зрителям. Да. Мне там надо есть суши и говорить, потому что они огромные. Вспоминаю своего папу и твоего. И что? Суши, что они говорят? А хлеб где? Я не знаю почему. Я таких людей вообще не понимаю. Я Настя за своего рассказала, а когда Настя приехал, он тоже говорит, а хлеб к ним есть? Я такое, говорит, есть не буду, вы что? Мама моя обожает их есть. Она любит рыбу, у меня она Одесса, море, рыба. И поэтому спасибо. Она без рыбы не знает дня. Она говорит, вот в жизни, я, если мне предложили бы, сказали, а Галя, ешь рыбу либо мясо, она бы выбрала бы есть рыбу. Так это правда, она любит всегда есть рыбу. Я тоже. И она может есть там мясо, если шашлык приготовить, или иногда там, если на какой-то праздник, а так она... Больше рыбы, и она любит суши. Макдональдс она вообще не оценила. Макдональдс, да, ей не понравился. Другая история. У Настя. Ну, это такое. Папа мой много раз ел Макдональдс. Ну, сейчас там в Одессе проблема с рыбой. Да, ну в этом плане, да. Ань, налей, пожалуйста, еще воды. Суши ей очень мои понравились. Также они едят. Ну, ездили раньше, когда-то еще давно. Кушали суши, и вот мама с того времени полюбила их, а папа вообще никак, он, ну, типа, ну, он не особо к рыбе, но и суши не понимает, так же Анин папа, и я не понимаю, как это, люди едят с хлеба, вот всегда удивляюсь, как можно есть суши. Ну, я вас-то тоже, когда первый раз в жизни попробовала роллы, у меня не за столом сказано, но чуть не вырвало, реально. Серьезно? Да, чего? Да, может, нори, я не... нет, это было в кафе хорошем, нори. Все, у меня просто какое-то непринятие этого. А потом уже в 15 где-то лет. Ты не могла лет, понять, что в 15. Это вот это у меня, ты поняла, кто? Угостила, и я тогда их оценила, и я хотела их есть и есть и есть. Потом меня остановить. А как я... Я тоже. Маму свою на них подсадила, так это вообще. Она просто без них тоже не может. Очень нравится. Да, я в Харькове тоже много раз заказывала. Ну, мы не делали их самостоятельно. Один раз делали, у нас не получилось. Тогда, я помню, насмеялись эти продукты. А, да, мама смеялась. Твоя была. Обидно было. Ну, у нас есть много достаточно. Ну, если вспомнить зато. Ну, ничего. Тем более, первый раз не у всех получается. Через это надо как-то проходить, пытаться пробовать. Вот. Мне кажется, довольно неплохо получается. Кстати, когда у нас на родители были, я не снимала этот рецепт. Но тогда они получились вообще шикарные. Ты помнишь, какие? Даже лучше, чем, ну, по виду эти. Ну, по вкусу все всегда хорошо вкусно. Да, вкусно, хорошо. Ой. Я вам по секрету скажу, сейчас будете смеяться. Я когда жила в Харькове, сейчас ты тоже будешь смеяться. Шел. Когда жила с бывшим своим парнем, и заказывала же доставку суши. Сейчас должны догадаться, что это за сказ. Ну, я знаю, что. И наверное. Что я делала? Были просто плохие отношения. Я просто уходила с этой доставкой суши в другую комнату. И съедала с этим. Ничего не оставляла? Нет, ничего не оставляла. Я считаю правильно. Молодец. Смотрите, должны меня похлопать. Аплодисменты. Анастасия. Парень был плохой, поэтому приходилось и так поступать.
Ну, да. Ты ж, кстати, я помню, об этом обещала. Расскажу, да, расскажу в следующее видео. Каждый раз обещаю, обещаю, но снимлю. Просто сегодня курсы были, вот это, закупку мы снимали, то все, потом суши делать. Времени нет. Получится завтра? Может завтра. Получится послезавтра? Может послезавтра. Так что все, ребята. Все, ты наелась? Да, я уже все. Вообще переели. Да. Может, сегодня в эфир будем вести, не знаю. Ты видео сегодня или завтра будешь выставлять? Не, завтра, да? Уже поздно. Уже 7 часов. Мы за 10 минут поели. Ну и хорошо. Они напишут, нет таких блогеров, которые едят. А здесь 20 минут, значит за 20. Ничего, все. Ну все, ребята, так что вот так. Наша встреча была идеальной. Напишите комментарии, может, кому-то что-то интересно. Напишите, интересно вам про отношения. Может, вы хотите, чтобы мы записали видео, может, про наши прошлые отношения, как я говорю, что кому интересно, напишите плюсики. И нравятся ли вам мукбанги? Может, нравятся мукбанги, да. Заново развивать эту тему, как мы когда-то давно начинали. Напишите, может, кому-то будет, правда, это интересно. Ну да, мы приготовили суши, я подумала, что бы не снять, поговорить о чем-то и рассказать. Так что как-то так, ребята. На этом все. Всем пока. Всех люблю. Всех любим, всех целуем. Пока-пока. Ждем лайки, подписки и комментарии. Пока-пока.